Виолетта Сухова – одна из тех, кто в этот день удостоился почетной награды. Сегодня она начальник отдела в управлении ЖКХ администрации Ленинского городского округа, а более 13 лет назад начинала здесь простым специалистом. В профессиональный праздник грамоту Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Виолетта получила за добросовестный труд на благо жителей муниципалитета. Сфера жилищно-коммунального хозяйства очень сложная и очень важная для всех жителей. Хочу выразить большую благодарность руководству Московской области, правительству Московской области, что отметили наш труд. Значит, мы делаем все не зря. Работу этих людей трудно переоценить. Они дают в дома тепло и воду, благоустраивают дворы и улицы. Признаются, трудиться приходится 24/7. Ветераны сферы с особым почтением относятся к коллегам по цеху. И днем, и ночью, и в любую погоду, мороз и холод, нужно обязательно идти и выполнять свое дело. Устранять аварии, делать так, чтобы людям было тепло, красиво и уютно. Я считаю, что это очень почетная и хорошая, и уважаемая работа. Профессиональный праздник работников ЖКХ в Ленинском городском округе традиционно отмечают с размахом. В фойе Дворца культуры города Видное «Фуршет» на сцене песенные и танцевальные номера творческих коллективов муниципалитета. Работа сотрудников ЖКХ всегда является предметом самого пристального внимания. Дотошные жители не дают расслабиться, контролируют их деятельность и члены ассоциации председателей советов многоквартирных домов Ленинского округа, которые уверены, наши коммунальщики справляются с задачей. Они всегда в любое время дня и ночи придут к нам на помощь. Работа у них не очень благодарна, не всегда от жителей услышишь слова благодарности. Вот я хочу передать всем сотрудникам ЖКХ, кто причастен к этой службе, кто сейчас работает, ветеранам огромное, огромное человеческое спасибо и низкий поклон. В этот день на сцену для награждения вышло более 15 самых лучших сотрудников отрасли. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.